Салам алейкум, здравствуйте, уважаемые. Я сейчас нахожусь в городе Томск, это почти Сибирь. Здесь очень холодно, и плюс здесь я посещал музей. Здесь я понял, вот, оказывается, богатые люди в то время, вот, например, 150-200 лет тому назад тоже, они постарались сохранить свои богатства. Вот нам же наставник всегда говорит, что когда у тебя деньги много, не скажи, чтобы всегда свои родные там, или, не знаю, там, знакомые всегда постараются взять вот это деньги и потратить. А деньги любят тишину. А когда мы зарабатываем, когда мы умеем сохранить, они умножаются, приумножаются. Когда мы только тратим, они не приумножаются. Деньги же идеально работают, поэтому всегда нам надо сохранить деньги и приумножить, уважаемые. Великие люди знают это.